Те ребята, кто говорит, ох, мы жируем, везде куда создаем, деньги получаем, жируем. Вот для семьи, вот для сынульки, роднульки, для жены, для папки. Вот, только у нас тут рыба, рыбу пожарил, потом рис соусом сделал. Все, никакого у нас деликатеса, ничего нету. Все то, что деньги надо, все уходит в другие места. А так вот так питаемся. Самое главное, которые говорят, вот вы там жируете, жируете, вот что многими говорили, жируете. Что жировать-то? Самое главное, вкусно готовить. Вкусно приготовить. Сынулька, роднулька кушат. О, быстрее нас получается. Слушай, вечно говорю, о, вкусно, вкусно. Для матушки, мамки нашей. О, даже на беременна, так, да не рыбки надо больше. Будет больше кушать. Для папки. Сойдет. И то оставить на ночь еще. Зеленюшка, все. Сейчас с батькой, мамка. Синулька придут, покушаем, а потом байки. Завтра уже дальше вездеходы делать. У нас нет такого то, что работа, работа, работа до полусмерти, а потом следующий день ничего не получается. Мы работаем, работаем, все. Спокойной ночи всем.